госпожа Екатерина Крушелницка от Руската национална библиотека Санкт-Петербург, Петербургския фрагмент на Кодексо Бразиленсис, кодекологически черти и история на неговото проникване в публичната библиотека. Уважаемые коллеги, мне хочется начать свое выступление с слов большой благодарности, которую передает Российская национальная библиотека Институту болгарской литературы и всем организаторам этого проекта, который имеет очень высокий историко-культурный статус. Российская национальная библиотека является одним из крупнейших хранилищ манускриптов в России и очень высоко оценивает подобные усилия. У нас много осталось древних рукописей, и вот совсем недавно мы приняли участие в еще одном международном проекте по представлению в интернет Синайского кодекса рукописи IV века, и библиотека очень высоко оценила эти начинания. И представляется особо значимым, что вслед за первой в полном объеме сохранившейся христианской рукописью на греческом языке в интернет будет представлена супрасильская рукопись. Как кажется, это самый, в наибольшем объеме сохранившийся старославянский памятник экстраординарного значения. И вот эти усилия, которые предпринял Институт болгарской литературы и лично Анисава Минпленова, они весьма и весьма оцениваются Российской национальной библиотекой. У нас в библиотеке хранится две тетради супрасильской рукописи. Один из листов, наиболее представительный и отражающий и художественное оформление, и письмо, и физическое состояние рукописи, представлен сейчас на экране. Ну, что можно сказать об этих двух тетрадках? О них все известно. Дело в том, что памятник неоднократно издавался. Текст – это два слова Иоанна Златоуста и два мучения. Причем первое слово, оно только во фрагменте, потому что это две тетрадки, и последнее мучение тоже только в начале, во фрагменте. Все это доступно исследователям по изданиям, поэтому я сосредоточу свое внимание на тех особенностях, которые по изданиям не могут быть видны, а именно на кодекологических. Пергамент этой рукописи, ну, нельзя сказать, что он как греческий, что он очень высококачественный, он среднего качества, неравномерной толщины. Есть участки с утолщениями, есть с утончениями. Письмо такое, ровное, выдержанное по всей рукописи и характерное вот это оформление контурными чернильными инициалами. Важно отметить, что рукопись имеет развиновку, типичную для греческих рукописей того времени. Это полируа P14-001, такая наиболее часто встречающаяся тип развиновки. Способ развиновки тоже достаточно типичен. Он не может быть виден по изданию, я поэтому зарисовала таким графиком. Развиновка сделана по волосяной стороне, нет, после чего листы переложены таким образом, чтобы на развороте каждого листа оказались одинаковые по своему качеству листы, то есть это будут волосяная-волосяная или мясная-мясная, и развиновка также будет или вмятинами, или выпуклостями, то есть на развороте мы будем видеть идентичные листочки. Это подчеркивает то, что рукопись была создана в профессиональном скриптории. Что можно видеть еще по этой рукописи, по этим двум тетрадочкам, которые у нас есть? Обратив внимание на вот эти сгибы тетрадей, там есть четыре прострига для переплета. Значит, рукопись имела крепление ременное на четырех ремнях, и еще там видны такие вот от ножа оставшиеся следы, свидетельствующие о том, что последний переплет рукописи был не позднее XVI века. Он, скорее всего, конечно, не был первоначальным, потому что мы знаем, что исконные переплеты того времени не сохраняются. Это был, конечно, уже позднейший переплет, но он все-таки был довольно древним,
когда рукопись распределяли на части, ее извлекли из такого переплета, который имел корешок глухой, приклеенный к корню блока. И его ножом оттуда, как бы сказать, отъединяли, следы этого остались. Вот. Что касается физического состояния рукописи, то вот готовя документы для представления ее на ЮНЕСКО, включения в реестр памяти мира, мы тщательно смотрели на это и пришли к выводу, что за то время, которое она хранится в Российской национальной библиотеке, ее физическое состояние не изменилось, то есть она хранится достойным образом. Рукопись имела несколько разрывов по полям, неглубоких, и один глубокий, который захватывал несколько строк текста. В ходе подготовки к включению в реестр была произведена консервация рукописи. К ней мы отнеслись весьма тщательно, избегая реставрационных моментов. То есть это только консервация, скрепление разрывов и брошюровка в те же отверстия вот этих двух тетрадей. Листы до того хранились совсем отдельно, но я попросила, чтобы в те же, значит, дырочки их шелковыми ниточками сброшировали, ввиду того, что, возможно, ввиду вот этих наших проектов, может быть, будет идея, и такую идею высказывал профессор Главан, выставки этой рукописи в оригинале. Ну, это, конечно, очень дорогая затея, но, может быть, она и будет осуществлена, так что наша рукопись к этому мероприятию, кажется, готова. Вот, и сейчас она, вот как на этом снимке, так, как она находится сейчас после вот этих консервационных работ. Состояние ее удовлетворительно, и хранится она в соответствующих условиях на особом хранении. Так. И теперь я перейду ко второй части своего выступления, рассказав немного о истории поступления ее в Российскую национальную библиотеку, поскольку буквально в последнее время удалось обнаружить некоторые новые документы. Попутно замечу, что вот совсем... Я, правда, здесь рискую оказаться немножко в сложной ситуации. Может быть, этот материал и известен, но буквально 2 недели назад мне попалась в нашей российской библиотеке хранящаяся книга с биографией Бобровского, в которой представлен еще один гравированный портрет. Я узнаю, что есть трудности такие с иконографией Бобровского. Так вот, оказывается, есть еще один портрет, и он в этой книге. Книга написана племянником Бобровского, который очень много уделил времени для того, чтобы раскрыть биографию своего дяди знаменитого, и в сущности и сделал на самом деле его знаменитым. Вот это монография о Бобровском. И попутно мне в руки попалась такая книга, которая является изданием перевода, выполненного Михаилом Бобровским, трактата «Археология Библика». Вот этот вот перевод был издан. И вот интересно, что на форзацных листах этой печатной книги рукописным вот таким почерком находится краткая биография Бобровского. Кто написал ее, мне неизвестно. Только 2 недели назад я увидела вот такой интересный экспонат из наших фондов. И вот спешу вам его представить. Конечно, если кто-то специально интересуется личностью Михаила Бобровского, наверное, можно установить лицо писавшего, и вполне вероятно, им окажется племянник Бобровского, который занимался биографией. Это тоже довольно известное лицо, генерал, занимавшийся военной историей, оставивший много трудов по военной истории. Ну, там, Петра Первого, например, его интересовал. Вполне возможно, в архивах можно найти его автографы, сравнить и сделать некое исследование. Но непосредственно поступление в библиотеку нашу этих двух тетрадочек связано с именем Афанасия Федоровича Пучкова. Это был директор отдела рукописей, впоследствии директор Публичной императорской библиотеки. Вот когда мы готовили документы на представление «Реестр памяти мира», я постаралась позаниматься этой историей, но ничего не смогла найти больше того, что написано в инвентарной книге. Поступление в 1947 году.
Известно же, однако, что Афанасий Федорович приобрел эти две тетрадочки у помещика Стрельницкого в 1756 году. Получается, что все это время это была собственность семьи Бычковых. Но, приобретя эту рукопись, Афанасий Федорович тут же сделал информационное сообщение, открыл доступ к этому источнику, она вошла во все публикации. Ну, и вот оставался непонятный вопрос, где, собственно, хранилась рукопись. Ну, и я написала, что, скорее всего, она хранилась в библиотеке, хотя была собственностью Афанасия Федоровича, потому что доступ к ученым был открыт. Вот, но ничем это не было подтверждено. Пока, а вот это вот сын Афанасия Федоровича, которому по наследству перешла вот эта рукопись, Иван Афанасьевич, с которым, собственно, и будет связан сюжет. Вместе отец и сын проработали в публичной библиотеке ровно 100 лет. Причем занимали вот Иван Афанасьевич был директором отдела рукописи. Это были знатоки книжности, и вот у них хранилась эта рукопись. Вот. В старости Иван Афанасьевич, вот это один из последних портретов. Интересно, что он умер во время войны, пережил блокаду в Ленинграде, и вот умер в 1944 году. Что было с этой рукописью, вот оставалось неизвестным. И вот тайно раскрыл вот этот человек, который сейчас вот находится в правом верхнем углу. Его профиль, его зовут Геннадий Моисеевич Рахлин. Совершенно случайно обнаружен был документ, его воспоминания о том, как рукопись была приобретена от вдовы Ивана Афанасьевича, Марии Константиновны, как она была приобретена в публичную библиотеку вот как раз в 1947 году. И вот здесь немножко о личности этого человека, благодаря которому оказалось это раскрыто. Это был директор книжной палаты. Я теперь не знаю, как выйти на это. Извините, что-то у меня нажалось. Представитель советской интеллигенции, который занимал пост директора книжной лавки «Невский 66», она до сих пор существует. Организация занималась скупкой также редкостей, и редких книг тоже. Он тоже был знатоком всех этих древностей, антиквариата, и в частности известен был тем, что поддерживал такие вот неофициальную струю советской культуры. Именно в его квартире состоялись первые выступления Владимира Высоцкого, например, или же Булата Акуджавы. Он им давал, что ли, дорогу вот в эту подпольную струю советской культуры. А здесь, на этом кадре, мы видим его в компании с Анной Ахматовой. То есть это был такой человек советской культуры. Вот. И как на нем смыкалось очень много ее линий. Вот. И вот у нас в прошлом году состоялась выставка, посвященная 75-летию вот этой книжной лавки. Поскольку мы библиотека, мы откликнулись на это событие выставкой, и потомок вот этого человека принес туда архивные материалы свои, которые находятся в личном владении пока что. И среди них оказался вот такой интересный документ, как машинопись. Авторизованная машинопись, потому что тут в рукописи, рукописным способом внесена правка. Вот это воспоминание Геннадия Рахлина о том, как вдова Ивана Афанасьевича Мария Константиновна предложила книжной вот этой лавке вот эту супруцкую рукопись вместе с другими еще рукописями, которые принадлежали семье Бычковых. Воспоминания, ну так вот совершенно случайно попавшие в связи вот с этим событием, с этой выставкой, но они интересны. Тут
нельзя сказать, что этот документ полностью фактографичен, потому что речь идет о событиях 45-го года, весны 45-го года. Значит, всего-то 8 листочков. Ну, тут у меня только 3. Но воспоминания составлены, как мы видим в конце, 20 лет спустя. Вот. И в них этот человек, он по стилю своего изложения оказался довольно простым, и можно даже сказать безграмотным, ну, книжный торговец. Он много знал, но письменной речью явно не владел. Тут много грамматических даже ошибок. Но это не важно. Важно то, что он подчеркивает свою роль в этой акции приобретения и вскрывает некоторые обстоятельства, которые нам важны. В частности, в преамбуле этого текста он рассказывает, что когда Афанасий Федорович узнал о том, что можно приобрести у Стрельбицкого вот эти две тетрадочки, он написал прошение государю, чтобы выделили эти деньги. Но государь по каким-то причинам отказал в этих денег. Тогда Афанасий Федорович приобрел эту рукопись, и, значит, тут вот в этом документе указана цена за 1000 рублей золотом. Ну, такая вот интересная деталь, это дорого. Вот, дальше что тут написано. Видимо, пока шла переписка с государем, появилась статья Переца в энциклопедии про Гауза и Фрона об этой рукописи, где место хранения ее прямо было обозначено, что императорская публичная библиотека. Поэтому возникала вот эта двусмысленность. И только этот документ ее разрешает. Потому что, как оказалось, после смерти Ивана Афанасьевича, владельцем рукописи стала его вдова Мария Константиновна, и оказывается, ей была нанесена некая обида со стороны руководства библиотеки, который, не разобравшись с ситуацией, при ней как-то там упомянули, что, вероятно, эта рукопись вот принадлежит библиотеке. Это ее страшно обидело, и она, в общем, как-то так вот стала при продаже этой рукописи выходить на лавку писателей, а не на собственную библиотеку. И вот тут включается вот этот Геннадий Рахлин, который, как здесь рассказано, он организовал экспертный совет, чтобы подлинность рукописи этой зафиксировать, и организовал приобретение у этой вдовы вот этой рукописи через посредство этой книжной лавки, как бы выступил, что он приобретает. Но на самом деле приобретал это публичная библиотека. Потому что Геннадий Рахлин, он прекрасно понимал, что такие вещи должны храниться в государственном хранилище. И здесь рассказана душещипательная история о том, что обиженная женщина, она несколько раз меняла свое решение. И вплоть до того, что я вообще не буду это продавать, и пусть это остается у меня. К ней пришли домой, вот этот экспертный совет, он пришел домой, и стали смотреть на эту рукопись, подтвердили ее подлинность, и при этом видели, как она достала ее из... Это было в папочке, завернуто в шелковую материю, под матрасом кровати. И в ходе диалога выясняется, что всю блокаду ленинградскую рукопись пережила вместе с Бычковыми в их квартире. Они хранили самое, как самое ценное ее, с собой. И когда были бомбежки, они уходили в укрытие, беря с собой эти рукописи. И вот в этих записках описывается сам вот этот вот процесс, как они уговаривали ее все-таки продать эти рукописи. В конце концов, женщина это согласилась, и вместе с супрацистской рукописью библиотека приобретает в этот момент еще 3 замечательные рукописи из коллекции Бычкова, которые ныне прямо так по шифрам хранятся рядышком. Супрацистская КП-1-72, а дальше идет 73, 74, 75, еще из коллекции Бычкова. Это фрагменты рукописи уже русского извода, псалтырь, ермологий нотированный и золотострой. Во фрагментах там 4-8 листов. Все они на пергамене и все они сейховского хранения. Вот такова история оказалось приобретение этих листов Российской национальной библиотеки. Потом стало понятно, почему запись идет 1947 годом, она датируется 10 июня.
1947 года инвентарное о приобретении этих рукописей, всех четырех вместе. И, соответственно, благодаря этому документу мы проясняем такой вот важный этап, ну, что получается 100 лет почти, да, существования этой рукописи в частном владении. Но владельцами выступили очень авторитетные книжники, разбирающиеся в этом деле. Они свято сохранили этот памятник и донесли его в конечном итоге до государственного хранилища. Записи вот этого Геннадия Ракхина, они кончаются тем, что он от руки приписал. И так рукопись поступила в государственное хранилище, где ей давно надлежало быть. Вот это говорит о том, что человек осознавал, что он делает. Заплатил он, значит, вот за эти четыре рукописи Марии Константиновны 15 тысяч рублей за все эти. И таким образом было это все приведено в порядок. Ну вот такие сведения мне хотелось сообщить, они новые, они могут быть использованы в проекте, могут быть не использованы. Сам этот документ, он находится сейчас в частном владении, это архив Рахлина. У нас есть позволение его обнародовать, но насчет публикации, может быть, это и не нужно, потому что он весьма специфичен, там действительно много орфографических ошибок. Но, тем не менее, он проясняет некоторые обстоятельства приобретения рукописи, говорит о достойном отношении к этому памятнику в России. И в заключение своего выступления хочется еще раз пожелать успехов этому проекту, такому проекту, который будет в сущности продолжать дело хранения манускрипта. Ведь любое интернет-представление рукописи целиком на самом деле прежде всего важно для сохранности самой рукописи. Потому что полное информационное раскрытие в рамках интернет-проекта обеспечивает и физическую сохранность, потому что мы действительно сможем реже предоставлять ее читателям и не колебать вот этот важный температурный режим, который, собственно говоря, и вредит пергаменту. Спасибо за внимание.